Дисклеймер. Всем, кто из Твича или Ютуба, автор канала использует ненормативную лексику только в юмористических целях. Эта пародия не имеет цели оскорбить кого-либо. Заранее осуждаем за подобные высказывания, которые были высказаны в этом видео. Будьте бдительны и не говорите эти слова в целях оскорбления или унижения. А я вот Алиса, Алиса из страны чудес. Муха-ха-ха, у нас одинаковые голоса, я одна та же подруга. Которую можно разрезать. Слушай сюда, пожалуйста, не руби ее, там у нее же вылазит что-то жуткое, неизведанное. Ах, ты про мои жареные гвозди, которые находятся у них в кишечнике. Не бойся, я сама их готовила. Не хочешь жареных гвоздей? Ну, конечно же, нет, блядь. Что за хуйня? Посмотрите, кто у нас стрелочник, буквально. Сука, у тебя такое дорогое ожерелье, которое есть только у... ёбаной шлюхи. Помогите! Меня завязали! Что ты там делаешь? Вот мне дай чекотно, мне дай роботу чекотно, сука! А даже это фильм про искусственный интеллект. Не бойся, режь дальше. Блять, сынок, ну ты долбоюб. Да не бойся. Слушай сюда, тварь. Нужно больше магнита. И еще слушай анекдот. Появился, значит, Соня черный сталкер. Хочу! Слушай сюда, Алиса из Детройта. А моя мать случаем не шлюха? Иди нахуй, сука. Слушай, я не понимаю, мам. Зачем ты печатаешь много текстов? А я с помощью программного кода меняю вот видишь обои. Как тебе нравится? У нас нет на это времени. А? Ёб твою мать, что так ярко?